поисках Йеннифер своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. О, ты вернулся! Так как? Сыграем партийку? Мне надо идти, прощай. До новых встреч! Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай! Нам здесь таких не надо. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Правда, ничего не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын! Хватай его! Приятно было познакомиться. Может, надо черному рассказать? Да я и не знаю. Еще чего-нибудь? Может, есть что интересное под прилавком? А это зависит от того, что вы ищете. Взгляните-ка. Прощай. Да? Что такое? Пока. Да? Что такое? А ведь с тех пор, как мы избавились от беса из Варуны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друган? Да будет ему земля пухом. Раньше все было проще. Чудовища злые, люди добрые, а теперь перемешалось как-то все. Раньше было точно так же, только ты, дедушка, подзабыл. Не тебе меня возрастом попрекать. У самого почти сотня лет за спиной. Пока. Оторву тебе башку, да в шею насру! Оторву тебе башку, да в шею насру! Лишь бы нам солнышко светило. А мужики жизнь отдают. Ага. Мне мама не позволяет с чужими разговаривать. Ага. Сделай себе прощу и поймаю медведя. Что нужно сделать, чтобы получить такой меч? Нога собачья.
Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Спокойно, Нордлинг. Глора Нордхайм. Я слежу за тобой, Нордлинг. Варвар. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починят повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Дай-ка взглянуть. Береги себя. Нам записаться не хочешь, Норден? Дисциплина. Вот чего вам всем не хватает. Прочь с дороги! Варайн Герзай! Варайн Артфяй! Не считай его. Не смотри на меня так. Нога собачья. Не смотри на меня так. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Так ему чик-чик, башку-то и отрубили. Было такое. Только мальчонку утопиться сожрал. А ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришли. Император поведет нас прямо на Новиград. Говорят, положили тело его в склеп.
моего папы тоже когда-то был меч. Император поведет нас прямо на Новиград. У моего папы тоже когда-то был меч. Держись от моей семьи подальше. Тут порядочная деревня. Добро пожаловать в наш сортир. Мама не позволяет с чужими разговаривать. Что это у тебя с рожей? У моего папы тоже когда-то был меч. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Так ему чик-чик, башку-то и отрубили. Урод! Было такое. Только мальчонка... Гестера, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Дерван, а не Гестеран. Да как же так? Лишь бы я же ведь знаю, как тебя на пострижины нарекли. И вообще... Что за имя такое Дерван? Нильфгаардская. Бабка моя была из Назаира. А, вот значится, какие пироги. Ну, мое почтение, ваша милость, Дерван. Пусть вас золотое солнце ведет. Подальше от моего порога. Чего вам надо? Добрый день. Здравствуйте. Опять мне косули деревца пообщипали. Ты уж лучше иди отсюда. Чего опять? Какие вести из Вызимы? К твоим услугам.
50 лет труда. Все досмотрено. Суки сделал. Ну что? Что здесь произошло? Да вот кто-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю пугнутые панцири, подковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят, они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я дам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи! Мама не позволяет с чужими разговаривать. Что это у тебя с рожей? А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Ага. А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Стружка от огнива. Поджигатель, похоже, зажег здесь факел, бросил его на крышу, а потом пошел в сторону сада. Следы сапог. Узкие, большого размера. Смердит человеческой мочой и водкой. Чего вам надо? Медете, это Атаэсен Новиград. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы.
Сама уж не знаю. Набрать, не набрать. Суп-то надо готовить. А Тослав-то говорит, что в такой воды даже... Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Следы ведут обратно в деревню. Не вошла кровь. Не сильно, рана была неглубокая. Самогонку гнал себе. Выпил дьявол 2 ведра, голова болит с утра. Это верно. Бабка моя рассказывала. От тех сливок как у меня болит живот. Сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у охотницы. Но он отнекивался, то все. Так ему чик-чик, башку-то и отрубили. Было такое. Только мальчонку утопец сожрал, а ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Слышал, головы, что Яврова жена со своим мужиком вытворяет? Говорят, положили, да я и не знаю. Тут порядочная деревня. Не тронь! Тут след обрывается. Но я смогу узнать его поранее. Когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? Ого. Он не только поджигательный, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи курют. Которыми нам нельфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратила. Но что осталось, будет твое. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Успокойся и иди со мной. Я должен... Урод! А? Гостера, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Дерван, а не Гостерат. Да как же так? Я же ведь знаю, как тебя на пострижины нарекли. И вообще, что за имя такое Дерван? Нильфгаардское. Бабка моя была из Назаю. А-а-а, ну вот значит, за какие дыраки. Не смотри на меня так.
Подъем! А? Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Не пелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Суровая кара. Но заслуженная. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Да и наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Покажи, что у тебя есть на продажу. Сделай мне одну вещицу. Бывай. Приветствую старого кли... Покажи, что у тебя... Бывай. Это верно. Тех сливок у меня болит живот. Лишь на полях.
штаны. Что? Что ты сказал? Кто тебя этому учил? Ну, Чешко. Послушай меня внимательно. Никогда эту песенку не повторяй. Никому. И с Чешко больше не играй. Но ведь Чешко мой лучший друг. Я-то знаю. Чешко дурачок. Эльза черная дает. А нас для него поубивают. Сучка. Еще хоть раз тебя с ним увижу, ох, ты пожалеешь. Кто знает, что завтра будет. Грифон нам мстит. А то этот дурень Карл подложил ему свинью и начинил беленой волчьей ягодой. Грифон-то все сожрал, а теперь вот бесится. А я-то как рада. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Урод. Но он отнекивался, то все. Так ему чик-чик, башку-то и отрубили. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. Хватит скулить, гусар. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали.
Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей и помоги найти Бастина, а я тебе хорошо заплачу. Хорошо, я тебе помогу, только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтобы Бастин не гнил под открытым небом вместе с нильфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем. А дальше пойдем вместе. Шевелись, плотва.
Приятности ищешь? О! Чего вам надо? Латва, не так быстро. Столько трупов. Война только началась. Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Те ребята, которых призвали из Белого сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Их было немного, так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Thank you.
Это он? Нет. Это сын соседей. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? По-прежнему ничего. Это он? Нет. Это сын соседей. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? По-прежнему ничего. Лучше сейчас время языком трепать. Давай сделаем, что нужно, и пошли отсюда. Идешь. Ты что, хотел, чтобы меня сожрали гули? Хватит носиться, как кот за клубком. Помоги мне. Это он? Нет, не похож. Не лучше сейчас время языком трепать.
Давай сделаем, что нужно, и пошли отсюда. Кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может, это из-за огня? Он его учуял! Гусар учуял Бастина! Вперед! Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллисты обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Хе-хе-хе, прекрати, ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастин! Он тебя взял в плен, этот Нильфгардец? Нет, он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир. Его тут же вздернут. А если его у нас найдут? Тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Если бы не этот черный, Бастиан бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. Да хранят тебя боги. Спасибо еще раз. Без твоей помощи я бы Бастина в жизни не нашел.
Еще чего-нибудь? Прощай. Я да хранят тебя порядком боги. Уже выпил. В башке дикая у меня охота шумит. На небе всегда это к войне. Это не оцелухи. Это ж чары. Да? Что такое? Пока. Okay.